Почти 23,5 миллиарда рублей доходов. Расходы на уровне 24,5 миллиардов. Дефицит технический. Он был покрыт средствами, неизрасходованными в 2012 году. Однако у депутатов возникло немало вопросов к администрации. Динамика роста задолженности по налоговым и неналоговым доходам, она уже сегодня составляет более 4 миллиардов рублей. И, по сути говоря, это четверть всех собственных доходов города Перми. Опять есть серьезные вопросы к проведению конкурсных процедур в 2013 году, к подготовке самой конкурсной документации. Недостаточно эффективно, по мнению депутатов, администрация работает также с региональным и федеральным бюджетами в части привлечения средств на целевые программы. Отметили недоимки по некоторым статьям. Одна из них – продажа муниципального имущества. Здесь недосдача, по данным КСП, около 105 миллионов рублей. Народные избранники вновь обратили внимание чиновников на необходимость тщательного отбора и проверки объектов, выставленных на реализацию. По ряду позиций, приватизируемых в прошлом году, например, по отдельно стоящим зданиям, цена продажи упала от оценочной цены до 60% и составила 4000 рублей за квадратный метр. Муниципальное имущество, подготовленное к реализации, находится в разных районах города и в разном состоянии. Депутаты считают, что выработать единый подход к оценке недвижимости невозможно. Решение нужно принимать по каждому объекту отдельно. И несмотря на заранее составленный план, некоторые из них, возможно, стоит оставить в собственности муниципалитета до лучших времен. Александра Михеева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.